Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта зарегистрировано в Шымкенте. Это дорожно-транспортное происшествие случилось 22 января на улице Анарова. Водитель пассажирского автобуса, двигавшегося по 27-му маршруту, сбил мужчину, переходившего дорогу. По словам шофера, пешеход, находившийся в нетрезвом состоянии, пытался срезать дорогу и перебежал трассу перед близко идущим автобусом. С травмами различной степени тяжести мужчина был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. По факту ДТП расследование ведут сотрудники дорожно-патрульной полиции. Он выбежал на дорогу внезапно, я не успел даже затормозить, он, кажется, был выпивший. Травмы были не очень серьезные, было разбито лицо и еще что-то, говорят врачи. В этот же день днем крупная авария произошла на трассе Шымкент-Ташкент. Здесь столкнулись автомашины Mercedes-Benz и грузовая «Газель». ДТП произошло в 60 километрах от города. Это видео по сети WhatsApp нашей передачи отправили свидетели происшествия. Никаких данных о пострадавших нет. Спасателям оперативного отряда департамента ПЧС поступило тревожное сообщение дежурного пульта 102. Полицейские сообщили, что в доме номер 1 по Тамерлановскому шоссе в лифте застряли люди. Уже через 15 минут на место происшествия прибыла бригада спасателей. При помощи специального оборудования они вскрыли двери подъемного устройства и эвакуировали людей. В происшествии никто не пострадал.